Прогноз социально-экономического развития республики на период с 2017 по 2019 годы обсудит сегодня Кабинет министров. С основным докладом выступит первый вице-премьер правительства, министр экономики Алексей Стручков. Всего в повестке сегодняшнего заседания значится 15 вопросов, в том числе о распределении субсидий муниципалитетам на приобретение спецтехники по договорам лизинга, о порядке предоставления субсидий на затраты закупа шкур волка, об объявлении республиканских праздничных дней нерабочими днями в следующем году, а также другие вопросы.